В общем, у нас утро сегодня очень-очень-очень интересно началось. Мы застряли. 2,5 часа пытались своими силами машину вытолкнуть. Но все-таки пришлось прибегнуть к помощи. Хорошо, что есть рыболовные группы, ребята, которые помогли. Вот. Ну и как бы я, честно говоря, сегодня подрастроился. Времени много потерялось. Я думал, что сегодня, ну, рыбалка такое себе. Но, ребята, посмотрите, вот просто... Какой красавчик, это мой самый большой лещ. Я выкладываю сюда, и азарт появился. Класс. Рассвет мне очень нравится, вот этот, там туман. Я сегодня, блядь, всю ночь не спал, чтобы вот мы сегодня здесь застряли. Камней наложим и все. Говорит, камней наложим, это какая-то двусмысленная фраза. Так, где, вот здесь вот у нас жопа, да? Знаешь, что самое интересное? Очень как-то напряженно 4-10 мне стукнул. Не, она вообще не идет. Вопросом, клюет у нас или нет? О, да, очень хорошо клюет. Короче, сейчас 7 часов утра, мы ждем спасения. Сейчас приедет эвакуатор. Вот Антон пробовал, ну... Спасение утопающих, дело трактора. Туда проехали с Антоном, посмотрели, там ни хрена не клюет, поэтому как бы не особо мы, наверное, и расстроились. Так, уважаемые рыбаки, чай, кофе, сигареты, чурчхела. Так, просто... Горячая кукуруза. Лещ! Ладно, с это, с локоти. Слушай, не все так плохо. Ты, правда, без петлички? Смотри, какой. Дам-дам-дам-дам. Я этого леща сейчас выпущу. Это леща тянули, натерпелись. Такого выпущу. Да этого здорового. Да зачем? Да он один, жалко его. Так он уже сдох. Вот не. Серега, тебе задание. Ты сейчас там кальян доделаешь, а потом пойди перезакинь нормально. Закинул сюда в 5 метрах. Так печет, как будто, я не знаю, в печке или в сауне. Так, я уже забыл, как закидывать. Вот это ж откинуть надо, правильно, вот это вот? Сними колокольчик, а то сейчас полетят. Самое главное закинуть, поставить. А ну попробуй так. Вот это. А, колокольчик. Где? Эдик, иди сюда. Чего? Быстрее. А что такое? Быстрее. Что, серый натворил что-то? Смотри, он даже с братаном. Вон, братан.
Серый. Что там? А, это, череп. Пойдем у тебя червячка сейчас. Я уже думал, что я не так сделал, уже на... Так, ребятки, смотрите. Мой заброс в великолепнейшем исполнении. Туда! Что-то оно не очень полетело, ну ладно. Посмотри на Серого, отстоящий рыбак. Серый, мне нравится твоя шляпа вот эта. Поменьше. Иди отсюда. Все, парни, я пошел. Ты за рыбой? Собственно говоря, такой день у нас получился. Хороший отдых. Слово, у меня день рождения был сегодня. День приключений. Утром задалось. Рыбалка, ну, такое себе. Вот. Ну, отдых, честно, классно. Вот мы второй раз вот на вот это место приезжаем. Все классно. Но, к сожалению, провести время нам чуть-чуть здесь удалось, так как есть обязательства, надо ехать домой. Не знаю, пацаны, что-нибудь хотите сказать? Что-нибудь там понравилось, что, не понравилось? С днем рождения. Спасибо. Спасибо за компанию. Был очень насыщенный день. Посидели и в поле, и машину повыталкивали, и купались. В общем... Эдик меня звал, говорит, поставишь лайк под видео, поеду. Поедешь с нами на рыбалку. Я говорю, ну не знаю, ставить, не ставить. Короче, поставил лайк, Эдик говорит, все, поехали. Крутая рыбалка, ставьте лайки. Да, к сожалению, пеленгаса так и не удалось. Пару поклевок я увидел. Вот. Ну, да ладно, до встречи на клевом, как, по клевым местам. Пока.